Здравствуйте! Представляю снегоуборщик от шведского производителя Stiga Snow Electric 31. Это компактная машина с электродвигателем мощностью чуть больше 1 кВт. Весит снегоуборщик всего 6 кг, что для подобной техники немного и очень прост в использовании. Отсюда и другое его название – электролопата. Конструкция простая, одноступенчатая. Желоба нет, поэтому снег отбрасывается вперед широким веером на расстояние до 4 метров. За один проход снегоуборщик расчищает полосу шириной в 31 см и убирает снежное покрытие глубиной до 23 см. Телескопическая рукоятка легко регулируется по высоте. Как и все электрические снегоуборщики, модель предназначена для уборки только рыхлого, свежевыпавшего снега. Площадь уборки ограничена длиной шнура, так что основное назначение агрегата – расчистка территории вокруг дома. Шнек обрезинен, что позволяет бережно очистить любое декоративное покрытие, включая садовую или тротуарную плитку. А благодаря небольшим габаритам и маневренности, снегоуборщик может расчистить любые узкие и труднопроходимые места. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.